Мир Божий вам, братья, сестры, матеря, друзья. Все, что знают, что есть такое мир Божий, знают, что есть такое мир Божий. Приветствую вас всех любовью Бога Отца, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир Божий, пусть вам умножится. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, ведет меня на стези праведности ради имени Своего. Если я пойду даже долиной смертной тени, не будет зла, ибо Ты со мною. Твой жезл, Твой посох, они успокаят меня. Ты приготовил для меня трапезу при виде моих врагов, навостил леем голову мою, чаша моя преисполнена. От милости и благости будет сопровождать меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем вовек. Во имя Иисуса Христа все змеи, скорпионы, все силы вражья, демоны, бесы, идите в бездну в стадо свиней. Слепые пусть видят, глухие пусть слышат, немые пусть говорят, прокаженные, очищайтесь, болезни, рак, любые другие болезни, уходите прочь. Внутренняя, внешняя часть тела поисправляется, зубы поисправляются. Шрамы ходите, порезал, ударов, ушибов. И мертвые воскрешайте. И бедным пусть посвящена будет недавно. Я блажен тот, кто усвободится о нем, об Иисусе Христе. Щедро берется веры. В каждом народе, в каждом... На каждом континенте, в каждой стране, в каждом роде, племени, языки, в концах земли, в каждом царстве. Даже для язычников, которые теряют, нет веры, но говорят, крохи едят со стола Господа. Вот, я послан только погибших овцам дома Израиля, не годится взять хлеб у детей и бросить псам. О, женщина, велика вера твоя, пусть будет тебе, как ты хочешь, как же мужчина. Девушка или мальчик, который есть язычник. Ну, вот такое сказал на то, что нету веры. Ну, верит, ну, верит именно, значит, значит, поившие овцы нарезали, но заявление про этих отцов, вот, идет такое, что верят, что едят эти кошки с остальными. Вот. Тогда вот это все. Потому что святой посещается еще. Не с сыном гиены два раза хуже себя, но сразу и как рожденный, вот, как рожденный еврей должен быть. Человек зато еще подтягивается, чтобы они то, что, значит, дикая маслина и все, значит, там корень, а ты вот так и остановился на том типе маслины, и еще кто-то, товарищ какой-то такой подобный, и говорит тебе, что ты не понимаешь, что надо быть... Такой, как рожденный в крае, в этом, как еврей. Достаточно ученика быть как учитель, как Иисус Христос. Принадлежит быть церкви. Пятидесятницы, моление иных языков, дар исцеления. Мы принадлежим церкви пятидесятницы. Именем Иисуса из Назарета вставай и ходи, прославляй не спи. Именем Иисуса из Назарета вставай и ходи, прославляй не спи. Сиял свет с протянутой рукою, ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал и телом, все проходили, бежали мимо. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Где Иисус, там радостью все дышит. Хвастится, блаженный плач не утешится. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там мир, там жизнь, куда Иисус войдет. Нечист, нечист, кричал знак прокаженный. Слепой, немой, безмолвно слезы лил. Слепый человек, неслися в небо стоны. Пришел Иисус, и тьма бежала в ночь. Где Иисус, там радостью все дышит. Ставится, блаженный плач не утешится. Уходит тьма, приходит сила свыше. А мир, там жизнь, куда Иисус пойдет. И в наши дни немало так узнали, как сладок грех, как мучит он своих. Когда в бессилии Господу воззвали, то он пришел, и тьма бежала прочь. Где Иисус, там радостью все дышит, спасибо, что не утешится.
Уходит тьма, приходит сила свыше. Там мир, там жизнь, куда Иисус пойдет. Как-то было раз под вечер, что Иисус в чёлн он сел и на берег Гадаринский переплести он захотел. Сорвалась большая буря, ветер волны подымал, рвал, бросал во все стороны, как бы котел клекотал. Испугались те ученики, что с Иисусом Христом челне были. А Иисус заснул на корме, по промове слов святых. Испугались эти ученики, что с ним были в челне. Воды много уже в челне, а он спит. Они в страхе его будят. О, наставник, вставай! Смерть от нас на полоске. Спасаться помогай. Он устал и пригрозивший, умолкнуть бури приказал. И друзьям за маловерство. Это уим фразу сказал. Почему возле маловерные? Вляглись волны, успокоилось все. Так и у вас в жизненной битве от страху может быть душа трепещет. Но Господь через молитвы своих верных успокоит. Пусть утешением он будет для изнеможенных сердец и отрадою повсюду верный пастырь и отец. Говорит Филипп, покажи нам отца, я всегда с вами. Есть много, но учителей, но отцов мало. Я всегда с вами. Я себя не послал, меня послал отец. А день тот и час не знает никто. Ни ангел, ни сын, только отец. Говорили про футбол, Ангартрон, если проиграли Луцку, Топела Луцка, это сынки. Значит, это сеялось, может, так, по-человечески. Вот, но вот, как вот этот, у того человека было два сына. Второй пришел и говорит, отец, я уже взрослый, дай мне часть моего имения. Он дал ему, он прошел в дальнюю страну и прогулял это с блудницами. Когда это же все, что ему дал отец, закончилось, его друзья оставили, и он нанял себе пасти свиней и жевал эти рожки, которые свиньи едят, есть, и никто ему не давал это. Он начал мыслить в своих, в себя, в голове. У его отца есть достаточно услуг, даже хлеба. Вот. Пойду к отцу моему, чтобы наняться ему слугой. И он увидел, он пошел. Когда его увидел отец, вот, на горизонте, по-видимому, да, увидел, и он побежал к нему, обнял его, вот, накрыл его плащом. Ему, значит, золотое кольцо на руку, на палец, заколот его какой-то скота была, там музыка и танцы даже, сели. Там Давид танцевал. А старший возвращался с поля. Это же по картине. Так я вспомнил по картине в голове. В голове от прочитанного проповеди. Вот. Я знаю это. Учил историю, говорил, я не хочу, чтобы вы зубрили, хочу, чтобы вы сказали словами своими. Я и то знаю. И на проповеди уже Марка перешел. Вот. Только чисто слов пустое. Вот. И говорит, увидел это, услышал это все, что радуется. Вот. Старший сын с поля возвращался и говорит слуге, что это такое? Говорит, твой меньший брат возвратился, отец сделал ему такое принятие. Живой. А он говорит, не зайду в дом. Отец вышел, почему не зайдешь? Он говорит, потому что я всегда с тобой. Ты не дал мне козленка, который повезли с моими друзьями. А твой меньший брат
А то меньший брат, ну это никого отцом на тебе. А то меньший сын, он, это сблудница бы, вот, растратил в другой стране, а ты сделал ему такое принятие. Он говорит, сын мой, ты всегда со мной, то, что мое, это твое. Но меньший твой брат был мертвый, жил, провода нашелся, не стоило нам радоваться. Поэтому на небе это больше радости среди ангелов одного грешника, который кается, нежели множество праведников, не потребующих покаяния. Это горе вам в книжке «Христи и лицемеры», что обходится море и земли, чтобы приобрести одного нововерца. Когда случается это, делать ее хуже себя, сыном Гены, в два раза хуже себя. Вот это не должно случаться. Но даже быть, как написано, Слово Божие говорит, как написано нашим ученикам, как учитель, как сам Иисус Христос, который говорит, идущий за мной сделает то, что я и больше, потому что я иду к моему отцу. Это не Ирод, который узнал, что они спрашивают, где родился царь иудейский, велел избить младенцев. Это не то. Но оно не подходит к этому. Потому что это делает Иисус Христос, как говорит Иоанн, думаю, что если написать, не хватило бы книг, про книги, сколько во всем мире, столько сделал Христос. Так много. Вот. Так отцами надо быть. Отцами надо быть. Быть отцом. Но я себя не послал, меня послал отец. Это не обман. В самом деле это есть отец. Это есть сын Иисус Христос. Так что, так когда говорится, вот, есть 100 раз, 60, 30 приносят эту пользу, это вот, от этого, что слышится. Но это в самом деле Иисус Христос есть сын. Но говорит, покажи нам отца, я всегда с вами, говорит, покажи нам отца. Много его раб, апостол Павел говорит, много этих вот учителей, молодцов. И этим так вместе вот смотрится, что вот такой он с ними. Вот, а вот его послал отец, он есть сын. Алло, мирный Израиль, житель Иерусалима. Интересно, врагам Соломон попросил недолгих дней жизни и богатства. Попросил мудрости судить этот народ, как песок на море. Море будет дано ему, как он не будет. И то, что он не просил ни богатства, ни долгих дней жизни, ни смерть врагам. Только мудрости судить этот народ, как песок на море, будет дана ему эта мудрость. То, что он не просил богатства, будет дано ему. То, что он такой не был, не будет, это первое, вот, это про мудрость. А второе про богатство, это во время его жизни не будет ни один такой, как он, а в богатстве и славу ему даст. А третье, если будет он ходить по его путями, гостеречь его заповеди и постановлений, как его отец Давид, не называйте его отцом на земле, он называет его Господом, как же он его сын. Ангел Божий говорит, даст ему престол его отца Давида, одно своей святости я протянул. Не говорю я, не буду говорить я неправду Давиду. Его семя будет передо мной навеки, и престол его передо мной, как солнце, как месяц, будет стоять навеки, и светил верный на облаке. Это я перевод с украинский. Свиток верный. Вот. То даст ему престол его отца Давида в аккаунтинге, это Godsworks, это все, слякоть показывали, это все. В мире святости семян, я тоже это знаю, все, списание надо, liquidation business, business дело, вот, надо, это все считается, и вот, Йона пророк, он по причине там такая разразилась эта погода, вот, то, значит, вот такое это даст продолжить его дни. Соломон, вот, если как Давид будет он. Вот, пойти, ходи его путями и встречу на постановлении заповеди, как Давид. Значит, 40 лет Соломон царствовал, 40 лет и 6 месяцев Давид, 7 лет и 6 месяцев в Хевроне над Иудеей и в Иерусалиме над Иудеей. Над ей и Израилем 30 года, вместе 40 лет 6 месяцев.
Мир во время суждения судья, судьи Деборы. Это заключается, если судья, но мир. Это подобно, что Соломон мир, значит. Авесалом, мой отец мир. Вот. То значит, Мирон, я в школе ношу имя такое, называют меня Миронюк. Это по-английски еще ты как будто, кто слышит, это ты себе, как Давидюк, я назвал офицерскую 13, офицерскую 13, квартира 1, Давидюк. Вот. С трех языков, как чуть не когда делается. С русским это Мирон, мир он. Это про мир, что и с Деборой, и с Соломоном. А вот. И украинское мир, это тоже про тот самый мир, про шалом. А он, русское слово, про мужского рода. Среди тысячи женщин не нашел то, что и Соломон тоже там был среди старых родовит. До смерти. Грешник будет плохо, она пойдет. А вот. Взял четвертую печать, вышел конь бледный, то в нем сидел, чалы по-принцки, то в нем сидел имя смерти, ад следовал за ним. И он дал власть на четвертой части земли забивать мечом, голодом, мором, полевыми зверями. Господом, Сион твой Бог царствует, мир городу надо сказать, когда входишь в это. Когда Крутис сказал на войне. Но кто хочет иметь добрые дни жизни своей, удержи свой язык от зла, от лукавых кричей, женись, как бы, женись за миром. Вот. Но вот, когда буду говорить мир и безопасность, запасти не пагуба. Это все ведомо, если говорить как написано, но кому-то может контрадикция. То и значит и. А оно в самом деле надо произнести после себя, взять крест за ним. Как оно написано, потому что лукавый он до того может уйти, если только как взять, как оно написано. С Господом, мир на Израиле, жителя Иерусалима. Золото надо иметь и белую одежду. Я еще и железный посох говорил взять. Даже если будет грешник и его помилуешь, он все равно не научится праведности тоже, то лучше и дальше не останавливаться. Если железный посох, что второй псалом, вот, это еще и святое с собой иметь, потому что местами сильно как железо и глина, куда ударяет этот камень, разбивать золото, серебро, медь, железо, глину это. Поломан такую стал большой горой на волосы земли. Царство, у которого не будет конца. Оно человеческое, длинное, семя человеческое. Это все идет, как написано, идет хорошо, а то железный посох взять и не. Вот. И не брать святое слово, по-видимому, это вот будет не так, как второй псалом, только вот. Против, вот, против про себя и взять, другое имеет святое слово еще. Шалом.